Ну вот, сегодня у нас пятница, уже после обеденный час, время, вернее, он идет ремонт. Мы тут с Игнатием Тихоновичем занялись освобождением ворот, стали турно открываться, снег, толщина набралась. Вот тут сейчас почистили, до этого ходили к колонке, там все вычищали. Сейчас он пошел вот встречать Надежду Васильевну, она несет в 5-литровых бутылках воду. Сейчас он ее возьмет. Вот он подходит, берет у нее. И вот. Как говорят, два вала в одной упряжке. Хотя нет, он один взял. Ну понятно, скорость не та у Надежды Васильевны. На технике так шустрее ходит. Вот так вот. Вот сейчас ходить за водой в 3 раза дальше, нежели вон там вот где-то знак стоит пешеходный. Вот там была у нас колонка. Ну вот в сравнении с таким расстоянием, и вот там вот. Где вот машина стоит сзади них, возле тротуара, вот там напротив как раз колонка. То есть 3 раза дальше. Не, она так упадет. Упала ниже себя. Все. Ей самой смешно. Да, и сейчас сложно одной-то подниматься. Хоть как, воду тяжело, но экономить не будет. Это же 3 ведра здесь. 3 ведра. Села, сидит на дороге. Она просит помощи, я пойду подниму ее. Куда? Не надо, не надо. Ну как не надо-то? Встанет, ну, как... обязательно. Ну встанет, надо помочь. Это не надо. Как не надо? Я не разрешаю. Я делаю еще, она сейчас встанет и пойдет. Она же не будет там. А ты сейчас заходи сюда, закройся. Ну что, что не хватало? Ну что не хватало-то, надо поднять ее, Игнатий Иванович. Зайдет она сейчас. Я пойду подниму ее сейчас. Зайдет. Все. Она нигде не будет лежать. Давай. Не ходи только туда. Встала, слава богу. Вот кошечки ходят уличные. Мы их тоже подкармливаем.